и получил. Ох, сейчас Кейн выходит 1-1, 1-0. И вот все вот эти привы за ошибки мадридские в конце концов должны были привести к голу забитому. Харри Кейн вообще не радуется. Очень четко он реализовал выход 1-1. Ну и давайте разберем, скажем так, определимся с природой этой ошибки. Марселу как главный виновник. Ну и отличная работа Кейна. Минимум касаний. Еще раз. Вот передача. Началось вот с этой передачи. Марсело, пытаясь оставить мяч, выдает голевой пас на Харри Кейна, который...